небо сегодня чистейшее. Ух, сейчас собьет. Мы только что оттуда, вот там море, вон там, а сюда пришли. Здесь много птиц. Классно. А что за вода? Можно сюда заходить вообще в эту воду? Но она пахнет не очень хорошо. Вот такой запах какой-то идет. Странный. Ну тут люди ходят, вон, смотри, вокруг. Так, много. Видишь, на том острове, островке. Вот островок, и там птички. Их очень много. А вот они плавают здесь. Сейчас посмотрим дальше вот на тот остров. Островочек. Где их много. Ох, красавица. Прям вся из себя такая принцесса. Крутится так интересно. Песни поет. Идти тоже на остров. Давай еще что-то пройдем. Ну, сейчас пройдем, да. Сейчас пройдем еще дальше. Так, повернули мы. Вот. Так, мы идем вот там. Море. Посмотрим вот сюда дальше чуть-чуть еще. Сейчас пройдем еще. Да, еще. Ну, ходит, конечно. Да. Рыбку, наверное. Ну вот, значит, мы теперь знаем, куда нам надо идти. Какие-то эти стоят. Ага. Лодочки. Ну, чайки, мне так интересно вблизи за ними наблюдать. Ну, да? Подойдем поближе. Тоже можно переходить. На руки взял и идет. Там да. Где-то. Сейчас мы посмотрим, где там переход. Ну, вот он идет тоже по колено. По колено. А? По колено. Где по ты колено. Видишь? Ну, вон, а, вот там. Так тут по же колено. Немного совсем. По колено. И тут переход вообще маленький. И мы уже на этом там. Ну, до таблички, то это можно сказать. Вот сколько чаечек. Совсем чуть-чуть там. Все там? Нет, значит, если люди там идут, значит, надо запомнить, куда они идут, чтобы мы в следующий раз... Thank you.
идем. Туда? Ну да. Все. Не, я шорты не боюсь намочить. Да мальчик, он даже там, он плавает. Что-то ловит. Ого, видишь, она пошла вниз куда-то. Еще вот эти волны. Да смотри, им по колено. По колено. По колено. Ты что, прям сегодня хочешь туда идти? Ну, перейти, глянуть, что за табличка. И, ну, и назад вернуться? Ну, чуть-чуть пройдем. Ну, там, где мужчина шел, можно идти. Ты хочешь там? Я просто смотри, подумал. Где по колено. Смотри, как девушка идет. Уже не по колено. Куда ее занесло? Я и с он, сумкой он, главное, с тобой. Идет нормально, смотри. Смотри, куда ее занесло. Капец. Она что? А, наверное, видишь, им тяжело идти. Ну да. Что-то там не то. Все, вышло. Да, сейчас посмотрим. Просто надо не сюда ближе, а надо туда ближе к этому. И то. Ближе и... к тому, ну, да, откосику, поворотику. Аккуратно идти, ступать ногой. Что там, смотреть под ноги надо и все. Так можно прийти с утра там посидеть, позагорать, покупаться же, наверное, а потом пойти домой. Хотя отсюда далеко идти, ну, домой? Мы еще не знаем, насколько там, сколько далеко мы туда дошли.